это четвертый результат, но что тут как вот за, жалко, за, за исполнение. Кого так, он пропустил вперед? А, вот еще Поляшов. Вы посмотрите, какой финал наконец. Давайте посмотрим сейчас просто работой Поляшова. Я наслаждаюсь. Великолепно. Скрещение в стойку. Какие размахивания. Ноги разводит шпагат практически. И что никто не делает так же, как он. Сейчас только держаться. Нужно ровно, спокойно. Элементы на одной ручке, поворот. Отлично, Буснари. Выход в стойку. Противоход. И это хорошо. Все в кругах Томаса. Сколько же трудится парень. Давай. Как это он успевает под ногой? Я просто не понимаю. И соскок. Поляшов, ну просто великолепен. Браво. Просто великолепен был Владислав. Вот это финал, товарищи. Я никогда не думал, что так можно при столько эмоций испытать на коне махи. Клянусь. Борьба. Всему начало этих наших королев. Королей Давида. Белявский, Нагорный, Далаян, которые да, друг друга зарядили там, зарядили в принципе. Просто... Ельцов молодец Ельцов тоже. Начинал замечательно вообще.